Джимми Пейдж заставляет Шопена крутиться в гробу с 1.40. Я сейчас уже представляю, что там может быть. Джимми Пейдж. Максимальная лоха гитары. Он просто фантастически глухой бездарь. Бедолашка несчастная. 108 тысяч лайков. Короче, понятно, они были лучшие. Best is best, все best, все best. Amazing show with Page. А, да. Ну, как бы, когда без ушей, то может на amazing show. Как говорится, счастье в неведении. Поэтому, ребята, вот это каждый раз то, что мы обсуждаем. А чё ты нахуй, блядь, тогда ты не в журнале, а тот в журнале? А чё Page легенда, а ты на Ютубе? А чё там-то это? Господа, еще раз, легенда среди кого? Вот вам, пожалуйста, аудитория, открывайте комменты и будут: а, да, это было величайшее шоу, было супер круто. То есть чувак просто... Величайшее шоу, это было amazing. Ну, когда человек в глуху, просто, блядь, в труху глухой, да, тогда amazing, конечно. Тогда журнальчики и все остальное. Привет, как?